Мы приехали на Шапкинские карьеры. Сейчас будем тренироваться и пробовать с Вадиком первый раз в жизни купаться в воде в костюме. Так, забирай там что можешь. Так, это тяжело, ну аккуратно давай. Туда, вот на поляну неси. Все. Водичка, надеюсь, прозрачная будет. Интересно поплавать немножко. Держи груза. Вот это. Все, пока все. Прохладненько, прохладненько, да? Водичка так-то прозрачная, но неизвестно, есть вообще какая-нибудь живность, нет? Даже проплывем, наверное, на тот берег, посмотрим. Здесь поплаваем, песочек, там вон уточки плавают. Под тем берегом поплаваем, посмотрим. Может, там какие-нибудь карасики встретятся, или там плотвичка наверняка. Все, молодец. Вот эту штуку, как называется... аквасток. Ну вот так вот сделаем, чтобы тебе меньше воды поступало. В руки обязательно, чтобы попал. Сначала руки сюда вдевай. Попробуй. Влево сам полностью. Теперь что делаешь? Задерживаешь дыхание, и тебе нужно попасть вот сюда вот. Я помню, где было лет 10, наверное, я набирал, испугался. Запихивай. Не рви только. Сейчас, секунду. Вот, все. Подожди. Только не... Смотри, обратно-то вернись. Чё? Где бежит? Что? Где бежит? Ну, руках только ещё. Так, понятно. Сейчас... Нет, ты в воде постой еще, постой. Ты сделай так, чтобы он воды в тебя набрал. Подальше отойди. Ну там, на коленки присядь, не бойся. Вот так, да. Видишь? Тебе воздух там прямо. Чё, прикольно? Чуть-чуть вот здесь воды. Воды есть, да? Тепло, хорошо. Тренируйся, тренируйся пока. Давай, аккуратненько напяливай. Да. Должно быть прям хорошо, чтобы они у тебя там сидели. Именно внутри. Нет, вернулся на берег, переобул обратно. Еще раз. Давай, 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 не бойся. Все, можешь задом развернуться и задом отойти от берега. Теперь переворачивайся на пузо. Трубку в рот возьми. Вот. Все, и теперь переворачивайся на пузо и легонько вдоль берега вот здесь сейчас просто полежи. Никуда не ходи. Можешь голову опустить, да. И вот так вот ластами аккуратненько, аккуратненько. Во.
Не спеши, не спеши. Идем в ту сторону, вот просто вдоль берега идем, понял, да? Вот с какой я скоростью иду. Спеша, руки вдоль тела, и по чуть-чуть, помаленьку. Просто работаешь ласточкой, все, больше ничего. Ножками, просто ты лежишь, тебя никуда не топит. Просто вот идем вдоль берега на глубине 1,5-2 метра, чтобы видно было дно и вдоль. Thank you.
Ну что, время половина пятого вечера, солнышко светит, вода плюс 19, не поверите. Вадик еще купается. Вадик, ну что, будешь дальше еще купаться? Ну можешь выходить. Ребенок отвел душу. 2 часа на воде. Оп, 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 оп. Задом выходи. И вот сюда садись, смотри, вот сюда жопой садись. На пенек. Так, снимаем сначала ремень. Скидывай. Так, положил на землю, молодец. Теперь ласту, одну, вторую. Аккуратненько. От песка тормозим. Споласкиваем от песка. Вот. Так, теперь ее на землю кладем. Вторую. Тоже споласкиваем, да? И складываем на землю. Сейчас будем переодеваться, немножко посидим, отдохнем и будем собираться до дома. 2 костюма. Тот надо еще помыть. Вадик, ваш комментарий. Насколько вы довольны сегодня? 12 из 10. 12 из 10? А что видел, рассказывай. Опа, не видел, что это видел. О, видишь, даже распознал. Да, а там еще был то ли ясь. Там такие вот такие рыбы, такие здоровые, такие, ну, сантиметров, наверное, по 30, по 40 были. Она шуганная, капец. Может, мне кажется, что это был маленький сазанчик, скорее всего, потому что он такой крупноватый такой, ну и сантиметр реально 30, полноват. То есть классно. Так, сейчас чуть-чуть подсохнем и собираемся окончательно. Вот так вот у нас сегодня прошел день. Замечательно. Всем советую ехать в шапке карьеры. Обалденная погода. Температура карьеров уже плюс 19. Термоклин на 4 метрах, на 6 кое-где. Тишина, красота. Лето начинается и сезон.